вы на канале Tester Fire, и сегодня у меня влог. У меня очень деловой день сегодня, да, Артемий? Деловой. Скажи, сейчас, деловой день. Артемий, скажи, куда мы сейчас едем? Ями Юнайтед, это такая компания, где управляют дети, и меня туда приняли, и теперь я тоже работаю, буду работать там, создавать разные вкусные продукты. И сейчас мы едем в офис, чтобы мне выдали планшет для работы. Я буду играть в Brawl Stars. Нет, ты не будешь играть в Brawl Stars. А потом мы едем на кастинг срочно, мне только сегодня сказали, чтобы я приехала, и поэтому как-то так. А пока что мы едем, сколько нам ехать? Это до офиса нам, наверное, 25 минут ехать. А, еще зацените сегодняшний мой лук. Сегодня у меня такая прическа. А я в таком же и стану. Такое торцовое. Смотрите, ребят, я приезжаю в зоопарк. В Москве. Красота. Ребята, мы уже приехали. Сегодня очень классная погода, потому что сегодня очень тепло. Сегодня плюс 15 градусов, я даже очень удивилась. Очень тепло, я сегодня делала толстовку, жилетку, очень классно, комфортно. Сейчас мы уже приехали, мы уже идем в офис, направляемся в офис Ями Юнайтед. Будет интересно, нам, наверное, даже экскурсию дадут, и все такое. А еще кроме iPad, планшета, мама, кроме планшета мне что еще дадут? Визитку и паспорт директора. Ну, как бы паспорт, что я как бы работаю. Очень круто и очень рада. Поэтому, как мы туда придем, я вам сразу все покажу. И покажу в первую очередь, как бы, iPad. Нет, планшет. И паспорт, и визитку. Ребята, смотрите, какую смешную машину мы встретили. Если вам подойдет ближе, это, короче, чайхана, мама сказала. Вот, она такая смешная, клевая. Я думаю, она 5 миллионов стоит. Нет, 100% нет. Что ты кушаешь? Жвачку. Клево. А тебе покажи свой лук. Главное, ребят, вы когда, знаете, вот я в жилетке и в толстовке, вот, и как в джинсах, и все. И знаете, вы когда вот выходите из, как бы, можно сказать, из солнышка, мне так дует в спину, просто не представляете. Я пойду в солнышко, потом мне... Потому что вот, когда стоишь на солнышке, вот сразу как бы на тебя греет оно. А когда ты стоишь вот там, вот в тени, это очень холодно. Вот так вот. Ребят, ну, естественно, чтобы... идти в этот Нью-Йорк, мы зашли в Starbucks. Сейчас мы что-нибудь купим и поедим. И обязательно попьем либо какао, либо кофе. А тебе, наверное, какао будет. Я хочу, чтобы мне дали стаканчик и подписали, что это Тая. Ребят, большой выбор вкусняшек. Но я выбрала вот эту вот вафлю, ту вафлю с топпингом. И Артемий с мамой выбрали тарталетку. Вот. А потом еще я себе возьму какао, либо латте, и мне подпишут стаканчик. Пока что я решаю. А Артемий возьмет такой напиток себе. И тарталетку. Ей! Ура! Все, мы берем стаканчик, идем. Ставим на стол. И мне показали Тая. Сейчас пойдем забирать еду. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. И даже пьет. А, смотрите, эстетика. Режем вафельки. Это очень вкусно. Артемий без эстетики, да? А теми без эстетики все просто поесть. Самое главное. А я аккуратно. Вкусно. Очень. Ребята, все, короче, мы выходим из Starbucks. Спасибо. И сейчас мы выходим и хотим
сесть за столик на улице, потому что на улице намного свежее и лучше как-то, ну, как-то так. Вот так. И это Арсений. Вот. Блин, и сейчас я думала посидеть. И вот такой фонтан. А я подумала, можно посидеть. Холодная? Не такая. Попробуй. Подержи. Трогай водичку. Я бы не сказала, что она теплая, она холодная. Я сама подержала не пью. Вот так сейчас пойдем выбирать столик. Это мы уже ушли. Я забрала свой стаканчик. Я чуть еще не допила какао. Сейчас мы уже вышли. Там самое сладкое. Не, не хочу. Короче, сейчас мы уже идем в Нью-Йорк. Или как называется? Мам, как называется? Компания Яби. WeWork. Офис называется WeWork. Сейчас мы уже идем туда. Вот. Ребята, там челик проехал на колесе. Да. Вот, а там мне там сейчас выдадут планшет. Я прям жду с нетерпением, потому что я очень хочу. Вот, поэтому погнали. Тут духно, как будто собака пёрнула. Тю-рю! Ой, приехали. А мы как будто вниз падаем. Так, выходим. Проходим. Иди. Скорей. Какие-то коридорчики. Спасибо, до свидания. Да, нет. Короче, ребят. Ну, мам, ну я уже снимаю. Да, без меня. Ребята, все, мне сейчас выдали уже планшет. Вот он у меня в руках. Дальше визитка и паспорт. Я сяду в машину и потом сразу посмотрю и визитку, и паспорт. Ну и немного приоткрою планшет. А так потом, когда уже мы, наверное, приедем домой, когда мы полноценно уже откроем iPad, да, мам? Ну, планшет. Вот. И сказали, что этот планшет мне остается навсегда. Как бы мне его дарит компания Yum United. Я вообще офигела, очень круто. У меня теперь два iPad'а. И мы закачаем Brawl Stars. И там мы закачаем Brawl Stars и будем играть Brawl Stars. Нет, круто. И закачаем TikTok, Roblox, всякие игры. Да, крутяк. Все, я очень рада. Классно, мы отправляемся на кастинг. И дальше я уже немного поближе посмотрю iPad. С ними познакомлюсь, посмотрю, что там делается. Вот, и сказали нам, что там еще уже, ну, примерно уже все загружено. И какие-то приложения уже есть специальные для работы. Вот, поэтому будем смотреть, будем распаковывать, очень классно. Ребята, я решила сейчас уже посмотреть, чтобы не в машине там, не это. Сейчас посмотрим тут. Это у нас... это у нас визитки, смотрите, Таисия Скоморохова. Член детского совета директоров Yummy United. Так, дальше смотрим паспорт. Так, смотрим. Компания, управляемая детьми. Так, мне надо писать свое это все. Даже подпись надо. Смотрите. Так, компания, управляемая детьми. Смотрите, раз, тут надо это сделать. Въезд разрешен везде. Смотрите, как я умею. Ой, знаете? Это написано «Мой рейтинг, мои мысли», видите, мои зарисовки. Вообще очень классно. Как настоящий паспорт. Теперь я говорю, мне кто-то говорит, и я такая иду, и говорю, смотрите, вы где-нибудь работаете? Здравствуйте, я работаю в компании Yummy United. Вот и паспорт. Эй, человек, раз у меня теперь подарок, я и парень, да? Бывает, пока, бывает. Ребят, я в машине и решила, что я уже не сдержусь, поэтому открою, а уже в машине нет. Давайте попробуем. Раз. Да, вижу. О, еще мы проезжаем депо, где куча еды. Еще я там кучу раз выступала. Ладно, давайте самый главный момент. Раз, два, три. Открываем.
и уронила. Так, убираем коробочку. Что, у нас такой... Давай на раз, два, три. Стой, у нас сейчас тут такой Samsung написан. Да. Так, открываем. Достаю. Он такой тонкий. Да я так, стой. Так, открываем. Почему он в бумагу? Так, открываем. О, ребята! Смотрите! Можно я поцелую попробовать? Какой? Подарочек. Мы сейчас попробуем Арчене. У нас тут еще что-то, конечно. А зарядка для него? А зарядка у нас будет здесь. Но я, наверное, не буду здесь открывать, потому что если сейчас открою тут, то у меня все потеряется, и я уже ничего не найду, ни зарядку, ничего. Блин, вот. Поэтому ладно, давай мне У него камера очень хорошая. Да, поэтому сейчас мы обратно его упакуем в чехольчик, чтобы не там не поцарапался, ничего. Кастинг. Моя дверь взяла сумочку маленькую мою. Такую вот. Мы уже идем. И мне только одно, как бы там у меня в первый раз как бы дают такая роль. Как бы она не то, что сложная. Я должна играть, знаете, вот у каждого в школе есть такая королева школы, которая самая популярная девочка, королева, ее все знают. Все такие, все хотят с ней дружить. И вот сейчас я буду играть такую девочку, и, если честно, я очень хочу, чтобы меня взяли на такую роль, потому что всегда хотелось сыграть такую вредную какую-нибудь девочку. Я всегда играю как бы положительного героя, и сейчас хочется такую противную девочку сыграть. Вот, но пока что как-то так, прикольно. Идем, надеюсь, все получится. Удачи мне. Мы уже почти пришли. А где это? Мне кажется, это либо здесь, либо тут. Здрасте. Не та дверь. Скорее, скорее, скорее. Идем, идем, идем. Идем. Все, ребята, я уже перелялась. Прошло, наверное, минут 5 и даже меньше. Мы просто повторили текст. Мы как бы прочитали, мне объяснили, как говорить, как бы как лучше, что делать, дали совет. А мы второй раз повторили, как бы начали уже как бы записывать меня. Поэтому вот так вот. Прошло все прикольно, мне понравилось. Очень быстренько все. Так прям бу-бу-бу. Прошло, наверное, минут 10. Мы там были минут 10 и все. Уже идем обратно. Вот сейчас уже снимемся в машину. Дальше по пути мы заберем Софью. И, кто не знает, это моя старшая сестра. Почему заберем? Не из школы. Она учится уже в институте. Вот. И, наверное, мы где-нибудь по пути ее заберем. Нет, вот так это вот. В океане мы ее заберем. Ну, наверное, мама. Даже где в океане. Домой, и если честно, мы немного уже не сдержались, поэтому мы уже немного переоткрыли. Хотя вам коротко. Сейчас я вам коротко расскажу. Зарядочка, розеточка. Потом еще мы когда распаковывали, увидели то, что тут такая вот, блин, отсвечивает. Отсвечивает, вам, наверное, не видно, но такая штучка, чтобы симку вставлять. Дальше инструкции. Раз инструкция, и там еще инструкция. Давайте к самому главному перейдем, это к нашему айпаду. Давайте его откроем, мы ему это уже открыли. Сейчас. Не айпад, а планшет! Планшет! Что, ну у меня айфон был. А потому что открываю. У меня... Сейчас откроем. Ребята, смотрите! Планшет, директор, Ями Юнайтед.
Рабочий стол директора написано. Дальше про... Ну, вот это «Найди Яндекс» написано. Могу найти что угодно. Прикольно, заставка прикольная, прикольная. Так, дальше, приложение для важных дел, вот эти смотрите, вот и смотрите, вот эти вот. Смотрите, хватит прикол, тут армия человечек каких-то. Ну да. Ой. Ой. Смотрите, дальше у нас Basecamp какое-то, самое важное приложение тут написано. Байк. Но мы обязательно посмотрим потом, когда я закончу видео. Вот, давайте попробуем, откроем здесь. Так, приложение Microsoft. Окей, посмотрим потом. Дальше самое главное, дальше тут Google, фото, YouTube, поэтому удобно. Сейчас еще посмотрим, что тут есть. А вот что сидит? Галерея, Яндекс есть, телефон даже, ребят, есть. Можно дать так вот по iPad. Алло, привет. Пока. Привет. Благо. Что тут еще есть? Ребята, тут есть, вы знаете, что тут есть? Пинтерест. Что за Пинтерест? Есть плей-музыка. Выгодно. Ну, вот такой вот планшет мне очень понравился. Он очень классный. Большое спасибо Яне Юнайтед, потому что он реально классный. Удобно. Потому что не знаю. Буду на нем работать и потом, еще потом туда закачаю игру Brawl Stars. Ребята, ну а вам спасибо большое, что смотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, конечно, попрощаться с Вэгом. Подписывайтесь и ставьте лайки на мой канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так, ну что можно еще сказать? Всем пока!